блаженный, нищие духом, но не нищие душою, а те, кто познали смысл праведной жизни. Yeah!
Вот кто-нибудь
кем я был для вас на земле. Вечер и тих вечер.
ты воссияешь, я же как тень исчезну. Тесно героям низок ему видится, ради его славы надо, чтоб я вас дал. Я настаю момент, как нельзя лучше. Мы идем в Иерусалим. Пасха будет множество народа, если только Иисус скажет им слово. Спасибо. Ты не понял ничего. А как же братство всех угнетенных? И в чем же смысл учения Иисуса? Но мы не шаг, а смотрим только дороги. Да это речь не лидера, а груза. Иисус Иисус, а ты зовешь окреп несчастный либерал. Сиди и жди чудес. И великим будет чудо, и где тогда окажется Иуда, не надо знать, какую роль в игре мне отводит. Thank you.
зови скорее солдат. О нет, решать проблему надо радикально. Как же нам быть самозванцем Иисусом, полченным море с героем врагом? Но он и мужик, и толпа безоружна. Я знаю Христа, он совсем не такой. И я допускать, чтобы он верховодил толпа полуумных старёв. Но как остановишь любимца народа? Зло и насилие, он будет царем и разгневает Рим. Вижу нашу погибель и горе нам всем причиненное им. Нам надо с ним сладить, пока он один. Нам надо с ним сладить, пока он один. Один, один, пока он, пока он, пока он один. Что нам делать с искусством поклонством? Плотник совсем не пропал. Он больше людей обратил в свое лоно, чем ты покойный креститель Иоанн. Вы безмозглые дворы, лекарства же есть, надо просто суметь сразу насмерть удалить для нас избавление. Иисусова смерть наше спасение. Иисусова смерть лишь смерть, лишь смерть. Без лица.
несущий рад. Ученый, мудрец, вольнодумец, тиран. Никто не в силах понять, что есть высшая слава, что есть высшая воля, что есть высшая навеки я покину Иерусалим. Вы сможете дорогу отыскать имя
чем вы, бедные сироты, ищете отца. Не истина, а вера вам нужна. Я злая.
Thank you.